Скажите, а как вообще пришла изначально идея стать двойником Нагиева? Как давно это произошло? На самом деле это произошло неожиданно прошлым летом в Крыму. После того, как со мной сфотографировалось 5 человек, я задумался, почему бы и нет. Вот она какая история. Вы точно не Дмитрий? Я точно не Дмитрий. На самом деле я Иван Гант.